этого каждый из вас шел своей дорогой. Теперь у вас одна дорога на двоих. И теперь все самые важные моменты вашей жизни вы должны будете пройти вместе. Вы знаете, кто-то считает, чтобы стать семьей, нужно всего лишь получить свидетельство о браке. Но на самом деле это не так. Чтобы стать семьей, нужно получить благословение от тех, кто подарил жизнь. И это наша мама. Мама — это хранитель вселенного очага. Сейчас передадут вам частичку опыта, частичку знания и любви вашим молодым семьям. И теперь, друзья, я хочу, чтобы прозвучали аплодисменты нашим мамам. Благодарность за то, что они выросли и прекрасные дети. Я вас прошу, давайте же сделаем, давайте скажу, домашняя часть семьи ваших детей. Поддержим аплодисменты. Он зажжется. Он будет гореть вечно и напоминать вам о том, что теперь брата ваша семья. Громче, громче, друзья! И слово предоставляется нашему любимому маме, нашему с вас надо.